Здравствуйте, с вами видео на gagadget.com, и мы продолжаем знакомство со смартфоном HTC One, а точнее с возможностями его камеры. И уникальной функцией, которая доступна только в этом смартфоне, является режим съемки HTC Zoe. Он активируется специальной кнопкой, после чего в интерфейсе камеры появляется надпись HTC Zoe, и нужно сделать серию снимков, нажав на кнопку спуска. Вот в течение 3 секунд делается целая серия снимков, с которыми потом можно делать очень интересные вещи. Приложение «Альбомы» имеет специальный режим просмотра, который называется «События». И в этом режиме все снимки отсортированы по каким-то событиям. Они объединяются в события и группируются по очень простым признакам. Это какая-то точка съемки и какой-то временной промежуток. Как видите, эти все события, они очень классно анимированы. И каждая из них сопровождается вот такой вот поочередной анимацией. Я выберу свою поездку во Львов, где все снимки скомбинированы вот в такую галерею. И первое же изображение – это автоматически сгенерированный ролик, который создан самим смартфоном и который создан благодаря этой функции HTC Zoe. Посмотрим, как это все выглядит. Вот видите, здесь есть специальное звуковое сопровождение, специально используются переходы, которые мы можем изменять. Во-первых, мы можем выбрать самостоятельно те кадры, которые будут использоваться для генерирования этого ролика 30-секундного, который и будет называться HTC Zoe. Как видите, можно использовать не более 13 кадров, это оптимальное количество, точнее максимальное количество, которое можно использовать в ролике. Дальше нужно просто нажать кнопку «Далее». И еще предлагается выбрать тему воспроизведения. В данном случае есть несколько тем, и каждая из них характеризуется другим музыкальным сопровождением. Вот видите, более агрессивный такой стиль, и совершенно другими переходами. Как видите, ролик состоит из нескольких фрагментов, некоторые из них статичные, вот как эти. Некоторые, наоборот, являются короткими видеороликами, это те ролики, которые сняты с помощью функции HTC Zoe. И, в принципе, ролик может быть создан только из статических снимков. Но вы согласитесь, что вот с такими видеовставками он выглядит намного интереснее. Далее этот ролик можно опубликовать, выбрать другой какой-то вариант и опубликовать в социальных сетях, поделиться с друзьями в Facebook, в Dropbox, передать по Bluetooth, по почте или опубликовать на специальном облачном сервисе HTC Share. Вот, достаточно нажать кнопку «Загрузить» и начинается загрузка этого ролика, после чего вы получите ссылку, которую можно показывать друзьям. И они увидят и готовый ролик, и, соответственно, снимки, из которых он состоит. На этом со знакомства с функцией HTC Zoe закончено. Читайте наш марафон, изучайте возможности передового смартфона HTC One. Спасибо за внимание.